Приветствую вас на канале! Слышали ли вы раньше об арбитраже криптовалюты? На сегодняшний день арбитраж является одним из наиболее доходных способов заработка. Он позволяет зарабатывать даже на падающем рынке. Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идет о каком-то пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж – это полноценная занятость, но занятость, которая приносит хороший доход и требует немного времени. А спонсор этой арбитражной связки – наш телеграм-канал. В нем вы сможете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также о разных связках на свой вкус. Ну а если у вас останутся вопросы по связкам, обращайтесь также к администратору, и он обязательно вам подскажет. Для прокрута данной арбитражной связки мы будем использовать две платформы, которые представлены на CoinMarketCap. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Указываем количество USDT, в нашем случае для наглядности 12 тысяч долларов, и покупаем. Переходим в раздел финансового счета. Выбираем Litecoin и нажимаем «Вывод». Проверяем наличие монет и переходим на платформу. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начинать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Bybit. Стоимость Litecoin больше, разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу и нажимаем «Депозит». Вводим количество монет, которые купили ранее, и нажимаем «Get Address». Копируем адрес и переходим на Bybit. Вставляем адрес, сеть выбрана Litecoin. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу. Средства обычно поступают в течение от 3 до 7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу, выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем TZR TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Bybit. Заходим в кошелек финансового счета, выбираем USDT. Сеть выбираем аналогично TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Bybit. Вернемся на Bybit и перейдем в раздел транзакций. Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1100 долларов.